Вот уже в седьмой раз компания Dotcom, газета «Сейчас», портал «Грани ЛВ», клуб «Томэдея», кафе «Весма» при поддержке Даугавпилских городского и краевого самоуправлений, а также службы ЗАГСа города и края, проводит конкурс «Свадьба года». В этом году в проекте принимают участие 47 пар из нескольких самоуправлений Латвии, в том числе и из Даугавпилского края. Все неповторимые, каждый красив, каждый интересен сам по себе. В этом году вот из 47 пар 25 пар регистрировали брак в крае. Если распределить, 19 червонки, 4 науина. Одна выездная регистрация в Силане была и один на Лексинский костел. С 1 марта началось голосование в интернете посредством СМС-сообщений, а с 3 марта в кафе «Весма» на Рига 49. В четверг, 16 марта, здесь собрались организаторы конкурса, чтобы подвести предварительные итоги голосования. За период с 3 по 16 марта в «Весме» свой голос за участников отдали 265 человек. Лидером голосования являются Яна и Юрис Приедитиси. За них проголосовали на момент подсчета голосов 46 посетителей кафе. На один голос меньше набрали Эвелина и Александр Ядяла. На третьем месте находится Виктория Эдуард Тиличина. Отметим, что это лишь предварительные итоги голосования в кафе «Весма», которые меняются буквально каждый час. Конкурс уже довольно популярен в городе и за пределами. Но люди еще интересуются, а где можно проголосовать. Вот напоминаю, можно зайти в кафе «Весма» на Рига 49, у барменов взять такой вот жетончик, номерочек, и на нем написать в квадратике номер полюбившейся пары свадебной. И здесь контактный телефончик, ну, можно и имя. Затем опустите заполненную карточку в специальную урну, которая находится в самом кафе. А чтобы вам проще было бы определиться со своим фаворитом, здесь открыта выставка фотографий участников конкурса «Свадьба года 2016». В общем зачете, учитывая все виды голосования, утром в пятницу лидировали Оксана и Роланд Поличенок, которые набрали 1825 голосов. На втором месте с 1788 голосами находятся Эвелина и Александр Ядяла. И, наконец, третью позицию в этой свадебной гонке занимают Анастасия и Дмитрий Ивановы. Они за первые две недели смогли набрать 1777 голосов. Хочется напомнить, что голосование будет продолжаться до 19 мая. Победители 15 пар определяются общей суммой голосов, отданных через СМС-сообщения в социальные сети в кафе «Весма». Подробности можно узнать на сайте grani.lv. Из 15 лучших пар члены жюри в прямом эфире выберут победителей конкурса. А 28 мая всех участников приглашают на ситцевый бал, который в этом году пройдет в Центре культуры Даугавпилского края.